Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы с вами находимся на знаменитом Энфилде, где сегодня Ливерпуль принимает Ньюкасл Юнайтед. Встреча отложенная, встреча, в которой придется сегодня Ливерпулю и Ньюкаслу разбираться друг с другом. Нам, кстати, пока показывают состав Ливерпуля, сейчас я его тоже обязательно назову. Не может здесь на Энфилде Ньюкасл выиграть с 94 года, это, мягко говоря, уже серьезно. Ну и вообще Ливерпуль дома-то играет очень здорово, хотя в этом сезоне в целом команда действует не очень убедительно, но может в том-то и проблема, что Ливерпуль большую часть матчей пока провел на выезде. Вообще Ливерпуль занимает непривычно низкую для себя на сегодня строчку в чемпионате английской премьер-лиги, 15-ю, но у команды всего лишь 4 матча, то есть на матч меньше, чем у многих других. По 4 из всех 20 команд в английской премьер-лиге еще у Уигана, Ньюкасла и Арсенала. Ну, как вы догадываетесь, еще должны Уиган и Арсенал сыграть друг с другом, а вот Ливерпуль и Ньюкасл сейчас встречу проведут. Харпер в воротах Ньюкасла, потому что основной голкипер этого клуба Шей Гиван, человек очень стабильный и очень заслуженный. Травму получил в предыдущей встрече на Аптон Парк, когда Ньюкасл встречался с Вест Хэмом. Кстати, у Вест Хэма выиграл со счетом 2-0. Врезался Марлон Хервуд в шею Гивана. Причем, ну, сыграл Хервуд в своем стиле. Мяч увидел, ноги выбросил, глаза закрыл, наверное. А может быть, не закрыл, но на Гивана внимания не обратил. Ну и бабах врезался в результате в ирландца. Врачи, которые Гивана обследовали после этого, сказали, что травма, которую он получил в результате этого удара, она похожа на те повреждения, которые люди получают, попав, ну, например, в автомобильную катастрофу и ударившись там животом и грудной клеткой о руле. Вот такое вот с Шейн Гивеном. Ну, к счастью, он уже операцию перенес, вроде бы все с ним должно быть в порядке, но временно его заменит Стив Харпер, человек с очень интересной судьбой. Вообще у нас сегодня в репортаже очень много любопытного, но я не буду сейчас распространяться подробно, но скажу, что сегодня мы поговорим о делах финансовых и акционерных в Ливерпуле и поговорим еще о нешуточном скандале, который разразился в английском футболе. Я думаю, что если вы смотрите новости, осматриваете новостные сайты всемирной паутине, то, конечно же, вы про это слышали. Так что обо всем этом я еще скажу, но когда у нас будет какая-нибудь пауза, как говорится, coming soon, или, как говорят в развлекательных программах, оставайтесь с нами, не пропустите. Действительно, есть о чем поговорить, потому что, ну, вполне возможно, что если скандал развернется как следует, то нечто подобное итальянскому, может быть, мы и увидим. Хотя, опять-таки, говорить сложно, может быть, все так само собой утихнет, если выяснится, что все подозрения беспочвенны. А пока составы играющих команд, Ливерпуль против Ньюкасла, давайте начнем с гостей, давайте начнем с Ньюкасла. Ворота Стив Харпер, 12 номер, Селестин Бабаяра, 33, Стивен Карр, 2, Крейг Мур, 18, Питер Ремич, 26, Демьен Дафф, 11, Эмре Белизоглу, 5, Джеймс Милнер, 16, Скотт Паркер, 17, Шола Амин, 23, Абафеми Мартинс под 9 номером. Глен Редер работает с этой командой. Ливерпуль. Ворота Хасса Рейна, 25-й, Дэниэль Аггер, 5-й, Фабио Аврелио, 12-й, Джеми Каррагер, 23-й, Стив Финнан, 3-й, Хави Алонсо, 14-й, Стивен Джерард, 8-й, Луис Гарсия, 10-й, Мохамед Сисокко, 22-й, Крейг Беллами, 17-й, Дирк Хьюитт под 18-м номером. Главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес. Продолжает Бенитес с составом экспериментировать. Если вы наблюдали встречу, которую наш канал транслировал на Стэнфорд-Бридж, когда Челси принимал Ливерпуль, если вы этот матч видели, то наверняка запомнили, что состав у Ливерпуля несколько отличался от сегодняшнего. Да и вообще Рафаэль Бенитес, судя по всему, постоянно одних и тех же на поле выпускать не любит. Тут посчитали какую-то удивительную цифру английской статистики, что за последние 92 матча Ливерпуля ни разу такого не было, чтобы на поле в двух встречах подряд выходил один и тот же состав. У Бенитеса есть объяснение. Вот, например, если говорить об этом сезоне, и чемпионат мира вмешался, игроки устали, и несколько скомканной получилась подготовка к сезону из-за того, что пришлось играть в отборочных матчах Лиги Чемпионов, ну и так далее, и тому подобное. У нас тем временем Шола Амёбе летит вперед на полной скорости, но опережает его в самый последний момент, а может быть в самый нужный момент, голкипер Ливерпуля Хосе Рейна. Так вот, Бенитес несколько изменил состав. Во-первых, вместо Жермана Пеннанта, который, на мой скромный взгляд, очень неплохо смотрелся на правом фланге в поединке с Челси,
На поле сегодня с первых минут вышел Луис Гарсия. Ну и есть еще одно изменение. Фабио Аврелио выглядит на сегодня предпочтительнее Уорнака. Прекрасная передача. Это Дирк Кьюйт выполнил такой пас. Вот голландец, у которого пока не очень забивается, но который невероятно много отрабатывает и очень старается. Это заметно. Распорол одним движением оборону Ньюкасла. Через правый фланг Сороки пытаются перейти в атаку. Да что пытается, у них это получается. И в самый последний момент Стивен Джерард, который пришел поближе к собственным воротам, выбивает мяч за боковую линию. Рэмэдж передачу делает, и футболисты Ньюкасла перебрасывают, я бы даже сказал, мячом неподалеку от ворот соперника. С Ньюкаслом знакомы мы тоже неплохо, но Ливерпуль-то вот вообще в последнее время регулярно на нашем канале мы показываем очень много внимания этому клубу, не потому что специально это делаем мы, просто так получается. Так что я думаю, что Ливерпуль вы уже не один и не два раза видели в этом сезоне, если опять-таки регулярно с нашими трансляциями, если что-то пропустили, есть опять-таки наши регулярные обзоры. Ну а что касается Ньюкасла, то и эту команду мы уже несколько раз показывали и показывали даже матч этого клуба в Кубке УЕФА на ранних стадиях. Надо сказать, что Ньюкасл вроде бы перед началом сезона сделал все, чтобы сбросить вот эту маску вечного неудачника, но в результате оказалось, что маска приклеилась к команде еще прочнее, чем казалось. Но вот в последних встречах вроде бы дела чуть-чуть пошли на поправку. Победа в Кубке УЕФА, пусть скромная, пусть над скромной, опять-таки, Ливадией эстонской, но в то же время победа. Да еще в гостях 1-0. А затем победа на Аптон Парк 2-0, вот это уже серьезнее. Кьюйт делает передачу, но Кьюйт решил изобразить из себя сегодня распасовщика. Правда, непонятно, кому он пас сделал, то ли Крейгу Беллами, то ли подключившемуся по левому флангу Фабио Аврелио. Сегодня четыре классических защитника у Ливерпуля. Хотя, может быть, я вот сделал оговорку сперва. Оговорка, по сути, была правильной, потому что Фабио Аврелио никакой не классический защитник. Это человек, постоянно отправляющийся по своему флангу в атаку. Ну а что касается Агера, Каррагера и Финнана, то, в общем, этих людей мы уже не один и не два года наблюдаем в английской премьер-лиге. Хотя я не исключаю, что вот, в частности, Финнан-то будет в атаке появляться довольно часто. Кьюит пытался вывернуться из-под защитника. В результате Питер Рэмэдж человек абсолютно уникальный. Такой плохой пластики и координации, как у него, вот особенно на первый взгляд смотреть, вообще тяжело найти у профессионального футболиста. Но при этом он прогрессирует. Я думаю, что, по всей видимости, очень здорово позицию убирает Рэмэдж. Ну, не настолько здорово, чтобы, например, попадать в сборную, но все-таки достаточно для того, чтобы ликвидировать те ошибки, которые Питер Рэмэдж допускал в прошлом сезоне. Было у него пару матчей совершенно феерических. Я думаю, что ни одному, ни двум болельщикам Ливерпуля стало нехорошо во время матча. Ньюкасла, конечно, стало нехорошо во время матча любимой команды. Пока футболисты Ливерпуля с мячом. Хави Алонсо чуть назад сделал передачу. Хави Алонсо. Ну, вообще довели мяч до Харпера. Харпер, Аврелио. Фабио Аврелио. Длинную передачу вперед сделал Мохамед Сисоко. Пока самое серьезное достижение Мохамеда Сисоко в этом сезоне, то, что на него наступил в прошлом туре Балок в поединке с Челси, получил вполне заслуженную красную карточку. Еще то, что Мохамед Сисоко регулярно получает предупреждения. Правда, у Рафаэля Бенитеса есть на этот счет своя точка зрения, но опять-таки об этом позже. Финнан. Вперед пришел Финнан. Футболисты Ливерпуля снова откатываются на свою половину поля. Аврелио. Продвигается чуть-чуть вперед. Аврелио. Мяч под его любимейшей левой ногой. И еще дальше. Луис Гарсия. Комбинирует на фланге. Здорово. Луис Гарсия отправился вперед. Отправился за мячом. Правда, чуть раньше уже арбитр зафиксировал нарушение правил. Кстати, об арбитре. Он из Ланкашира, и зовут его Марк Хелси. Он, кстати, уже судил встречу этих же команд вот здесь в прошлом сезоне на Энфилде. И тогда выиграли со счетом 2-0 футболисты Ливерпуля. Мячи забили Джерард на 14-й минуте. А на 43-й Шейк Гивен ухитрился срезать мяч уже в сетку своих ворот. Джерард возле мяча. Футболисты Ньюкасла выстроили, и даже Дэмина Даффа туда запихнули в эту стенку. Джерард. Подачу Джерард выполняют. И не без труда, но все-таки гости выбили мяч подальше от собственных ворот. Ну, по крайней мере, до середины поля мяч довели.
И еще одна попытка Фабио Аврелио на Кюйта. Здорово играет голландец. Пробить бы получилось бы очень красиво. Пробить не получилось, и Сисоко навешивает. Вот это, кстати, тянуло уже на опасную игру. Это кто ж летел так отважно ногой вперед. Пробует по-прежнему вот эту пару Бенитос. Нет даже в запасе сегодня Фаулера. Но, правда, в запасе Питер Крауч. Но несколько, может быть, разочаровался в Крауче Бенитос. А может быть, нисколько не разочаровался. Просто видится ему пара вот эта Кьюит Беллами понадежнее. Рейна. Убивает мяч Рейна. Аврелио. Прямо рядом с ним оказался Агер. Агер по-прежнему выигрывает борьбу у опытного Сами Хьюпе. Если так оно и будет продолжаться, то, учитывая возраст Хьюпе, не стоит исключать возможность ухода этого очень надежного, несмотря на годы, защитника из Ливерпуля. Все-таки, я думаю, хочется ему сейчас играть, а не на скамейке сидеть даже такого великого клуба, как Мерсисайдцы. Аврелио. Хотя, в общем, так сложно, в мысли человеку не залезешь. Может быть, Хьюка решит тихо, спокойно для Ливерпуля доиграть. Нарушение правил. На этот раз уже перестарался Луис Гарсия, которого нам и показывают крупным планом. Между прочим, это его сотый матч за Ливерпуль. Сегодня у него вот такой вот юбилей. И еще раз нам показывают Стивена Джерарда. Очень много разговоров идет сейчас о том, ну, не слишком ли подгоняет под схему Бенитес. А Джерарда, дело в том, что 4 полузащитника на поле, и вот в последних матчах предпочитает именно такую связку в центре. Это Хави Алонсо и Мохамед Сисоко. Виднее, конечно, Бенитесу, но в связи с этим приходится чаще смещаться налево Стивену Джерарду для того, чтобы закрыть там брешь. Да, он, конечно, в центре появляется регулярно, но все-таки прикреплен он формально к левому флангу. Левая нога у Стивена Джерарда очень классная, я даже сказал, замечательная, но все-таки, наверное, не левый фланг его полноценное место. А с другой стороны, Бенитес, конечно, виднее, но я просто так пересказал вкратце небольшую дискуссию, которая разворачивается между журналистами в Англии, да и между некоторыми болельщиками Ливерпуля. Но опять-таки понятно, что называть чистым левым хавом Джерарда просто неразумно, потому что это человек, который все время в центре находится. С другой стороны, вот Роналдиньо. Роналдиньо тоже номинально в Барселоне при 3 атакующих полузащитниках прикреплен к левому флангу. Но разве можно Роналдиньо куда-то прикрепить? Он частенько и в центре, да и есть и плеймейкеры на фланге. Помним мы и Фигу, и Бекхэма. Передача штрафная. Выбивают мяч игроки Ливерпуля. Недалеко, удар по воротам. Рейна. Так долго жонглировал и летел головой вперед навстречу Шоле Амиобе. Скотт Паркер. Крупным планом, пожалуйста, на ваших экранах на сегодня лучший бомбардир своей команды в английской премьер-лиге. Но не то, чтобы он какие-то там геройства творит на поле. Однако у Скотта Паркера есть неплохие данные не только для того, чтобы отбирать, не для того, чтобы пасовать, но для того, чтобы забивать. У него хорошие очень удары, он очень здорово играет головой. Вот в этом сезоне Паркер забил 2 мяча в английской премьер-лиге. Ну, сыграно-то всего ничего, в 4 встречах 2 мяча. Ну, конечно, атаку Ньюкасла это не очень красит все. Нарушение правил, задал свисток. Показывают Амиобе. И пока, в общем, не фиксируется то, что Мартин с мяча касается. С мячом футболиста Ньюкасла. Эмре. Центр здесь открывался. Полузащитник сборной Турции. Но мяч до него в результате так и не дошел. Может быть, сейчас получится со второй попытки. С мячом игроки Ньюкасла. Передача. Вот как раз сейчас Мартин сделал передачу на Шолу Амиобе. Ну, Амиобе до мяча так и не дошел. Вроде бы, кстати, у Амиобе было повреждение бедра накануне этого матча, но он все-таки выздоровел. Луис Гарсия. Бывает даже и такое. Луис Гарсия, выполняя передачу, попал в партнера по команде. Кьют. Понравилось Кьюту забрасывать ногой. Вот таким образом взмахивает он и словно лопатой туда мяч отправляет. Один раз получилось неплохо, но сейчас, по-моему, сумели приноровиться защитники Ньюкасла вот таким действием.
Дирка Кьюита. Джейми Каргер крупным планом. Если кто-то не знает, в чем я очень сильно сомневаюсь. Бабаяра. Передачу делает на Эмре. Харпер. Они, кстати, с Шем Гивеном очень близкие друзья. Давно уже играют в Ньюкасле. И Харпер, и Гивен. Ну, почти всегда Гивен выиграл эту конкуренцию. Действительно, очень хороший голкипер. Амиоби двух человек обыграл. Ушел Амиоби. Свои преимущества. Он тоже кажется немножко угловатым, но при этом заметно, что прибавляет Шола Амиоби, и прибавляет именно в таком компоненте, как очень грамотный выбор позиции возле чужих ворот. Вы посмотрите, он же опять пошел вперед, и опять не было положения вне игры, да, опередил его сейчас в последний момент, выскочивший из ворот голкипер. Ситуация еще в конце прошлого сезона в Ньюкасле оказалась совершенно критической. Майкл Оуэн, который все время ломался, Алан Ширер, который... из-за травмы даже толком не сумел завершить свою великую карьеру. То есть он ее завершил, но немножко раньше, чем планировалось. Так что вопрос был, кто же будет, в общем, менять этих нападающих. Хорошая передача на Крейга Беллами. В штрафной Валис бить будет Беллами. Беллами будет бить, а Харпер будет парировать этот удар. Но обратите внимание вот на что. Харпер после того, как мяч парировал, на какое-то место так застыл, словно потеряв равновесие, не очень понимает он хорошо друг друга с защитниками. Давайте мы еще раз смотреть будем на этот эпизод. Никакого положения вне игры не было. Беллами, в принципе, все сделал правильно. Но и Харпер был просто хорош в этом моменте. Вот здесь, посмотрите, он поднял руку вверх, а затем замер, словно Харпер как будто не понимал, он следует все-таки оставить мяч защитнику или пойти самому. 14-я минута игры у нас. По-прежнему Ливерпуль, Ньюкасл 0-0. И что-то Энфилд непривычно, но для себя даже неприлично притих. Харпер. Передачу делает на левый фланг, на Бубаяра. Любопытно, кстати, вот Бубаяра жалеет, что он все-таки ушел из Челси. Ведь его, в принципе, Мауриньо даже уговаривал остаться. Делает передачу Бубаяра. Хотя, с другой стороны, сейчас, наверное, точно не жалеет. Там и Уэйн Бридж сел на скамейку запасных с появлением Мишли Холла. Все время крупным планом показывают нам Харпера. А вот, пожалуйста, и Глен Рядер. Тревожно как-то смотрит Глен Рядер на поле. Приятно он удивил болельщика своей команды именно в прошлом туре. Сам Вест Хэм, да, Стевис и Маскерано, сейчас об этом очень много говорят, хотя, может быть, стоит подождать, пока аргентинцы впишутся в состав Вест Хэма. Да и без двух именитых новичков состав у команды Алана Пэдди очень приличный. Равная игра и, в конце концов, два мяча забиты в конце встречи. Паркер. Эмре с его-то ростом выигрывает борьбу в воздухе. Кьюит. Мартинса жестко встретили. Ну да, это Ливерпуль. Это все-таки не Палермо. С правого фланга передача вперед. Беллами. Останавливается Крейг Беллами. Передачу не смог сделать Беллами. Будет еще одна у него попытка. Назад мяч вернул. Хави Алонсо с мячом. Сколько прилип буквально к Хави Алонсо. В результате развернули атаку налево на Фабио Аврелио. Аврелио простреливает. Карр. Джеймс и Милнер зацепились сейчас. Поэтому Крейг Беллами к мячу пошел, ну так, для порядка. Третья встреча в этом сезоне Марка Хелси. Он, кстати, судил довольно примечательную игру в первом туре. Риддинг Миддлсбро, если говорить точно, когда футболисты Миддлсбро вели 2-0, в конце концов Риддинг выиграл 3-2, помните? В общем-то, это было как раз начало таких разговоров в Риддинге. В принципе, кстати, о Риддинге, Стюарт Коппола и его команды сейчас какой-то совершенно чудовищный отрезок в чемпионате. Там и Челси, и Манчестер Юнайтед, и Вест Хэм, и Арсенал. Посмотрим, чего стоят новички в чемпионате Англии. Серьезная проверка. Луис Гарсия. Стивен Карр вылетает. В двух эпизодах подряд уже здорово сыграл Стивен Карр. Очень спокойно и очень своевременно действует ирландец.
Его 50-я игра за Ньюкасл сегодня, так что не только у Луиса Гарсия свои личные юбилеи. Рейна. Аврелио. Фабио Аврелио назад выполняет передачу. Направо теперь. Хави Алонсо открылся. Мяч получил Хави Алонсо. Кьють. Что, ну уж нет положения вне игры. Да нет, ты сам Кьють чувствовал, поэтому не торопился, не рвался к мячу. Давайте я вам скажу, кто в запасе сегодня. У Ньюкасла это Тим Круль, голкипер. Честно говоря, кто это такой, самому интересно. Ну вот выясню в перерыве обязательно. 40-й номер. Ники Бат 22-й. Шарен Зогбе 14-й. Антонский, который довольно неожиданно перешел в Ньюкасл из Манчестер Сити, но пока и толком не играет. 20-й номер. И Джузеппе Росси, про которого болельщики Манчестера уже давно говорят и рассказывают, про его невероятный талант. Но талант талантом, а совсем молодой футболист, этот итальянец, поэтому манкунианцы сочли за лучшее отдать его в аренду пока Ньюкаслу, где Оуэн по-прежнему лечит, так что форвард на смену может понадобиться в любой момент. Рейна. Передачу выполняет Рейна, сильно очень вперед. Шаламиоби в самый последний момент опережает Дюрка Кьюта. Голландец уже так не из готовки был, готов был в любой момент сыграть, в любой момент подхватить мяч. И опять Бабаяра опережает Кьют. Эмре. Паркер. Эмре. Падает Эмре. Не было никакого нарушения правил. Мохамед Сисока. Судью обыграл. Ну как эффектно. Воротом, правда, пробил хуже. Но все равно так получилось ничего. Ну и запасные Ливерпуля. Ежи Дудок, голкипер. Сами Хьюпи, Марк Гонсалес, Стивен Уорнок и Питер Крауш. Ники Бат, кстати, сидит как раз за спиной Бенитеса. Если бы попал он сегодня в стартовый состав, для него бы это был 250-й матч в составе, в стартовом составе команды английской премьер-лиги. Если учитывать игры за Бирмингем, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Аут. Карр появился возле чужих ворот. Карр. Эмре. Удар с левой ноги. Ну, удар не получился, а вот пас почти получился. Хави Алонсо. Джерард. Бывает даже и такое, у Стивена Джерарда не проходит передача. А Джерард сегодня, в общем, не идет налево. Мало того, Луис Гарсия тоже туда не особенно рвется. В результате на этом фланге мы видим пока только Дирка Кьюта, почти без поддержки. Ну и, естественно, Фабио Аврелио. Фабио Аврелио слева активен, но все время атакует. Есть защитник, есть нападающий. Ну, в принципе, справа почти то же самое происходит. Но вот сейчас стали, наконец, полузащитники Ливерпуля уходить чаще и на фланге. Это касается и Джерарда, и Луиса Гарсия. Ну, вот последние пару атак. Аврелио. Наверное, все-таки был удар. Кьют. Бабаяра первым успеет к мячу. Хорошо, нужно сейчас сыграть надежно Бабаяра, дабы угловой не заработать возле собственных ворот. Длинный пас вперед в район центрального круга. В центре все, в принципе, у Ньюкасла в порядке. Есть Скотт Паркер, футболист, по сути, игрок сборной Англии. И рядом с ним совсем другого типа игрок. Эмре Белизоглу, очень быстрый, техничный, небольшого роста и прекрасно владеющий передачами любой сложности. Сисока. Хави Алонсо. Аврелио. Делает Фабио Аврелио очередной навес. Дирк Кьюит. По всей видимости, пытался сбросить сейчас Кьюит мяч чуть назад. И был рядом с ним не Крейг Беллами, а Луис Гарсия. Вторая минута встречи. У нас Ливерпуль-Ньюкасл по-прежнему 0-0. Кстати, я думаю, будет не безинтересно взглянуть на статистику этого матча, различные показатели, как то процентное соотношение
игрового времени, во время которого команды по очереди владели мячом. Ну и кто сколько ударов нанес по воротам, сколько ему попало в створ. Так вот, игроки Ньюкасла один раз пробили по воротам Ливерпуля, попали в створ. Игроки Ливерпуля били трижды, но наш створ был направлен только однажды. Ньюкасл пока почаще мячом владеет. 54% против 46. Фабио Аврелио. Это Джеймс Милнер. Ну да, кто же еще мог. Человек, игравший в свое время в Астон Вилле. А вот сейчас Джеймс Милнер укрепляет на полузащиту Ньюкасла. Я говорил про Эмре, между прочим, и про Паркера. Вот про Милнера ты забыл, наверное, зря. Ошибаются игроки в обе стороны. Сисока одного обыграл, второго тоже едва не обыграл. И передача на Дирка Кюйта. Очень тоненько все было разыграно на узеньком участке поля. И вывели голландцев в прорыв. Но уже у нас было нарушение правил. Давайте смотреть. Вот Сисока падает. А вот тут было нарушение правил. Но стоило ли свистеть? Кюйта практически выскочил, если не один на один, то на углу вратарской в одиночестве, это уж точно. Он бы достал мяч, просто услышав голландец свисток, и приостановился. Штрафной. Хави Алонсо, Стивен Джерард. Ну, я думаю, что много. Кто здесь может нанести опасный удар и серьезно потревожить Харпера? Ну и Аврелио. Зовут про Аврелио. Непростительно. Итак, Джерард возле мяча. Кто будет бить все-таки? Аврелио, наверное. Бьет Фабио Аврелио. Стенку чуть не сломал. И сразу еще один удар. Если бы не точно в руки Стиву Харперу, было бы сейчас очень-очень скверно Ньюкасла. Но у Луиса Гарсия не получилось. По сути, пас, а как здорово сыграл Луис Гарсия, сразу быстро перекинул мяч через себя и через соперника и пробил. Амеби останавливают. Сисока. Очень просто сейчас сыграл Сисока и сам же поддерживает эту атаку. Молодой полузащитник делает очередную странную передачу. Мяч до Джерарда так и не дошел. Впрочем, и сам лидер Ливерпуля как-то не очень охотно двигался на мяч. Аврелио. Павел Алонсо ждет паса. Алонсо оставили без передачи. Агер. Вернулся сейчас Павел Алонсо вообще в оборону. Через правый фланг играет, но вот теперь здесь Финнан. Финнан стал подключаться почаще в атаку. Так и задумывался изначально, просто на первых минутах встречи не всегда получалось. Кьют возвращает мяч назад, Алонсо. Хорошо разыгрывает мяч футболисты Ливерпуля на чужой половине поля. Сисока. Ну, закончился на Сисоку не в первый, боюсь, не в последний раз. Навес. Или под... Едва-едва. Едва-едва не стало опасно, особенно когда собственный защитник стал размахивать... непосредственно близости от мяча. Практически не видим мы пока Демьена Дафа. Именно Даф, кстати, забил первый гол в ворота Уэст Хэма в прошлой встрече. Амеби. Здесь можно долго говорить о том, кого мы пока не видим в атаке у Ньюкасла. Милнер. Передача, да хорошая передача. Еще лучше сыграл Рейна. Джерард. Алонсо. Выбирает скорость Хави Алонсо. Скорость набрала Крейг Беллами, но так увлекся, что в офсайд залез. Луис Гарсия. Очень красиво. И передача хорошая. Беллами. Остановили все-таки Крейга Беллами. Но, правда, не то чтобы до конца, а так-то не завершилось на этом. Аврелио. Снова будет пытаться навесить. Снова попытался. Навесил. Дзеркиль даже считает, что мяч ушел за пределы поля от ноги человека Ньюкасла. Ничего подобного, Марк Хелси уверен в обратном. Неудачный пас Демьена Дафа. Луис Гарсия. Дальний удар Луиса Гарсии. Стив Харпер на месте.
сколько он таких мячей забил. Неожиданными и, может быть, не каким-то таким смертельными, но очень точными ударами. Испанца подложить мяч под ногу, также он сразу и пробил. Сисока отлично сейчас сыграл. Хави Алонсо. Жеров слишком изящно пытался Бабаяра обыграть. Даф на левом фланге выполняет передачу. Эмре. Милнер. Эмре. Пас вперед. Замахнулся, присматривает на этот раз. Ответная атака Ливерпуля. Ну вот от ворот до ворот. Мяч в результате в перчатках у Стива Харпера. Милнер. На правом фланге Милнер. Мяч назад возвращает. Карр. Опять Карр. Он приглашает сейчас Карра поактивнее действует, но он и подействует поактивнее. Мяч, кстати, футболисты Ньюкасла потеряли. У Ньюкасла есть, кстати, проблемы, если говорить об оборонительной линии. Травмированы Кикус Брамбл и Стивен Тейлор. Два, по сути, основных защитника. Дальний удар поворотом Ливерпуль, нет, это не опасно. У Брамбла травма колена и пальца ноги, это одновременно. У Тейлора повреждение стопы. И просто они не в состоянии пока играть. Вот он Рэмич, о котором я уже говорил, под 26-м номером. Нам показывают Крейга Беллами. Не будем забывать, что Крейг Беллами играет против своего бывшего клуба. В свое время Крейг Беллами в паре с Аланом Ширером добивались очень хороших результатов. Играла эта пара и в Лиге чемпионов с Ньюкаслом. А вот у нас атака. Кьют! Удар, гол Дирка Кьюйта. Ну, наконец-то и Дирк Кьюйт забил за Ливерпуль. Провал, сразу же ответный ход Ливерпуля по правому флангу. Прострел и Дирк Кьюйт первый. Ну вот, видимо, начал он демонстрировать то, чего долго ждали от голландцев. Ну, хотя не так уж и долго. Еще в начале сезона непонятно было вообще, в каком английском клубе окажется Дирк Кьюйт. И вот, пожалуйста, Хави Алонсо передачу делал. Все было разыграно очень четко. Вы посмотрите, потеря. Не было положения вне игры. Застрял здесь кто-то из защитников Ньюкасла. А потом этот кто-то еще и упустил Дирка Кьюйта, когда он как раз передачу и замыкал. Нет, это Финн он делал передачу, подключившись в атаку. Есть у меня подозрение, что упустил как раз Питер Рэмич. Хотя здесь мог и Крейг Мур неудачно сыграть, 18 номер. Мне тяжеловато было из студии определить, уж больно момент динамичный. 1-0, футболисты Ливерпуля вышли вперед на 30-й минуте встречи. Показывает нам Дирка Кьюйта крупным планом. Ну что, теперь его можно показывать просто бесконечно. Еще раз мы смотрим. Нет, это был Крейг Мур. Я напрасно пытался обвинить в этом эпизоде Питера Рэмиджа. Бывает и такое. Первый гол Дирка Кьюйта в Ливерпуле. Первый гол Дирка Кьюйта в английской премьер-лиге. В самом расцвете своих футбольных сил находится Дирк Кьюйт. Но в свое время, когда вот сюда Ван Нистелрой переехал, в этом же возрасте был. 26 лет форварду. Джерард. Падает Стивен Джерард. Сисоко пытался обыграть. Неудачно. Эмре. Паркер. Оглядывается Паркер. Играет на Карра. Снова Паркер. Дело даже не в том, что Ньюкасл в обороне ошибается. Непонятно вообще, чего хочет команда Глена Редера в атаке. Это просто не просматривается. То есть, конечно, есть какой-то план у главного тренера Ньюкасла и футболистов. Но посмотрите, до Мартинса мяч доходит редко, да и все ближе к центральному кругу получает мяч этот форвард Амиоби. Мы вообще практически в игре не видим.
Дафф просто куда-то исчез. Он вроде здесь находится, и периодически камера выхватывает крупный план. Разве что крупный план. Бенитес нервничает. Даже несмотря на забитый мяч и очень важный мяч, Бенитес нервничает. Карп на правом фланге, на Харпера. Убивает мяч сразу Харпер вперед, да подальше. Авиалоса. Карп. Он вытолкнул сейчас Луиса Гарсию. Ну, Хару это было несложно сделать, он очень крепко сбит. Милнер борется с соперником. Милнер как катком проехал просто по футболисту Ливерпуля. Агеру не посчастливилось попасть под Джеймса Милнера. Давайте мы еще раз посмотрим. Блестящая передача Финана. И здорово очень Кьют сыграл на опережение. Выбросился и одним единственным касанием отправил мяч в сетку. Очень голландская внешность, кстати, у Кьюта. Мяч снова в центре поля. И, пожалуйста, Фабио Аврелио набирает скорость. Рванулся, остановился, двух обыграл. Дальше жестко очень прессинговали защитники Ньюкасла футболиста Ливерпуля. Тем более, что это был совсем даже не защитник. Это Скотт Паркер примчался из своей центральной зоны и в своем стиле действовал. А вот и Стив Макларен, пожалуйста, главный тренер сборной Англии, наблюдает за игрой своей команды. Под своей командой я, разумеется, имею в виду футболистов, которые рассредоточены в разных клубах. Беллами. Беллами с мячом. Вот, пожалуйста, и посвистели в его адрес. А вот за это, я думаю, сейчас желтую карточку увидит футболист Ньюкасла. Вот, кстати, как выглядит Крейг Мур. Нам впервые его показывают в крупном плане. Еще они о чем-то разговаривают с Дирком Кьютом. Келси подозвал к себе сейчас Мура. Немножко не показал желтую карточку. Вроде собирался. А Крейг Беллами отправился к чужим воротам. Не думаю, что он будет очень сильно там полезен, если особенно будет навес. Сисоко или Кьюс в такой ситуации куда предпочтительнее. Вот, пожалуйста, и Агер. Навес! Нет, все навесом в итоге завершилось. Агер. Авиалонсо. Пас в район центрального круга. Сразу же сильно, сразу же налево. И опережают здесь Джерарда. И Бояра решила чем-то с Кьютом пообщаться. Видимо, Кьют полиглот, говорит абсолютно на всех языках. Агер. Попытался Фабио Аврелио вмешаться в борьбу Агера с защитником. Аврелио явно не полиглот, вряд ли он по-датски понимает. И по-английски не факт, что уже научился говорить. Карр. Защитник на правом фланге. Дальше играет на Милнера. Передача Амиоби. Но здесь, по идее, Амиоби должен был выполнить роль столба, но не только столбик такой небольшой получился. И отлично Паркер в отборе. Эмре. Потеря Эмре. Хорошо подстраховали. Хорошо, что Торжемур оказался на месте. Через правый фланг Финан. Еще дальше Луис Гарсия оказался здесь и сразу же навесил. Справились, отбились футболисты Ньюкасла. Хави Алонсо. Капитан команды сегодня Паркер. Последний по матчу регулярно с капитанской повязкой выходит. Алонсо. Дальше продолжает движение вперед Хави Алонсо. Джерард низом. Здорово. Сисоко. Честно говоря, ну, хочется что-то сказать по поводу действия Сисоко.
Ну, так, если я буду все время подчеркивать его ошибки в созидании, то может сложиться такое впечатление, что, может быть, не нравится этот футболист или что-то. Хотя, в общем, по своим данным, он просто великолепный опорник, и в отборе он хорош. Но вот проблема у него в том, что он все время созидание делает, вот такие вот вещи. Может быть, нервничает, может быть, несколько переоценивает собственные возможности. Но он молодой совсем футболист, в принципе, может быть, все это исчезнет и останутся только его полезные качества в будущем. Луис Гарсия. Но, с другой стороны, опорный полузащитник, что может исчезнуть? Ему же просто необходимо иметь дело точной передачи. Гарсия! Рикошетил мяч от кого-то. Ну, прав, конечно, здесь Луис Гарсия. И пошел ругаться о чем-то с соперником Скотт Паркер. Нет, Скотт Паркер как раз не стал ругаться, а вот Луис Гарсия здесь буйствует. А, ну конечно. Какой некрасивый поступок со стороны Скотта Паркера. Руками он играл, что же он за лицо-то хватается? А вроде раньше не был замечен ни в чем подобном Паркер. Подача с углового. Не попал по мячу Хави Алонсо. Сисока. Как здорово. Вот это было очень хорошо. Отдав, но сейчас ударили довольно злобно по ногам. И я думаю, карточка Каргеру должна быть показана. Келси как-то не любит, по-моему, наказывать футболистов. Второй раз уже, когда можно показать горчичник, как руками назидательно помашет перед носом провинившегося футболиста. Вроде бы все, футболист смущенно глаза уставил в газон. И судья свою задачу выполнил. Ох. Ну, как расценивать тоже этот эпизод, да? С одной стороны, оплюху, конечно, отдал серьезную сопернику Мубояру, но не настолько серьезную, чтобы как подкошенный упал Деркьюит. Его же это Мубояра стукнуло, а не, я не знаю, Ленокс Льюис в ухо. Все в целом смотрится как не очень симпатично. Учитывая, что мы все-таки смотрим английское первенство, всегда считалось здесь вроде как такой максимально чистый футбол. А у нас то Паркер рукой сыграет, за нос держится, то Бояра сопернику выше бьет, а тут падает как подкошка. А вот бусы с кого-то сняли. И по правому флангу прорыв футболистов Ньюкасла. Справились мерсисайдцы. Еще одна попытка передачи. Джеймс Милнер. Тот Паркер крупным планом. Эмре. Чуть назад выполняет пас Эмре. Мартинс. И еще раз Мартинс. Вот опять выбивают футболиста Ливерпуля на чужую половину поля. 40-я минута встречи. Мартинс, несмотря на то, что на голову ниже Сисока, совершенно не смущается. Новый виток его карьеры. Давно уже Мартинс находится, скажем так, в центре общеевропейского футбольного внимания. Ну, не то, что прям в центре, но, во всяком случае, периодически о нем говорят. Несколько сезонов провел в Интере, и вот теперь оказался в Ньюкасле. Джерард. Передача Джерарда. Отличная передача. Снова Джерард. Налево на Аврелио. Вот это навес Фабио Аврелио. Ничего сейчас у бразильца не получилось. Я думаю, что Фабио Аврелио прекрасно отдает, в общем, отчет о том, что сейчас Думба сборную обновляет. Так что еще неизвестно, как оно может сложиться в ближайшее время. Думаю, что Роберто Карлос свои лучшие годы, да и вообще уже свою роль в сборной, наверное, отыграл, хотя кто знает, шансов у многих футболистов немало попасть на место легендарного, я думаю, теперь уже легендарного защитника. Джерард здорово в подборе. А сейчас опять стал поближе Джерард к левому флангу держаться. Вроде когда игра начиналась, он все больше в центре находился. А Гарсия, смотрите, направо сместился. То есть все сейчас встали по своим номинальным позициям. Затоптали Луиса Гарсию. Впрочем, здесь, наверное, ему не стоило уж от Марка Хелси ожидать какого-то одобрения после такого падения. 10 ударов по воротам соперника, из них 6 в створ. Ливерпуль и всего лишь 2 удара, но правда оба в створ игроки Ньюкасла нанесли. Милнер.
Сдвигается на Фабио Аврелио и даже обыгрывает Фабио Аврелио. Передача выполняет. Удар бы нанести. Нанес удар Мартинс, но так получилось, что он словно вбил гвоздь в газон. Газон традиционно для Англии замечательный. Хотя пару раз было и такое, что здесь на Энфилде в прошлом сезоне газон был, мягко говоря, так себе. Карр здорово как на опережение сыграл. Делал какую-то очень плохую передачу. Мюллер даже не стал ускоряться. И 55% против 45%. Вот такое преимущество Ливерпуля во владении мячом. Показывает нам Глена Редера. Нервничает, по-моему, Глен Редер. Очень он был разочарован поведением болельщиков Вест Хэма во время предыдущего поединка на Аптон Парк, когда выиграли футболисты Ньюкасла 2-0 Вест Хэма. Ну, действительно, совершенно какая-то чудовищная ситуация. Я даже не знаю, как назвать поведение отдельных болельщиков Вест Хэма. Думаю, что довольно громкое слово «скотское поведение» в данном случае будет весьма уместным. Дело в том, что Редер работал с Вест Хэмом 3 года назад. И он очень тяжело заболел по ходу сезона. Ему потребовалась операция на головном мозге. 5-часовая ее сделали. Он выздоровел, вернулся к работе. Но за это время уже было все настолько скверно в команде, что Вест Хэм в конце концов вылетел. Ну, естественно, Редера уволили. Так вот, когда он вернулся в составе другой команды, некоторые болельщики кричали ему совершенно ужасные вещи, вроде того, лучше бы ты умер 3 года назад, ну и все, в таком же духе. И Редер сказал, удивительно, что это не какие-то юнцы безмозглые кричали, а кричали здоровые люди, взрослые, 40-50-летние, мои ровесники. В принципе, у каждого могут быть возникнуть проблемы, вот может поразить такая серьезная очень болезнь, и совершенно это просто отвратительно, ну действительно отвратительно. Передача с правого фланга, и мяч уходит за пределы лицевой линии. Крейг Беллами своей активностью выцарапал еще один угловой для Ливерпуля. Второй, между прочим, всего лишь в сегодняшней встрече. Крейг Беллами упорно направляется в чужую вратарскую. Я уж не знаю, каковы его успехи тут в борьбе, например, с Муром. Мне кажется, если он высоко подпрыгнет, может быть, может до плеча дотянуться Муру. Навес. Ух ты, Дюркю как пробил здорово поворотом. Ну, не попал, зато как смотрелось. И Дюркюит очень здорово сыграл в этом эпизоде. Остается играть все меньше и меньше до конца первого тайма. Я напомню, что у нас Ливерпуль-Ньюкасл 1-0 в пользу Ливерпуля. Нам показывают трюк Дирка Кюйта. Вы посмотрите, он сперва какую проделал ломаную линию. Если смотреть на маршрут его передвижения в штрафной соперника. А затем уже пробил. Аврелио. Бросает мяч Фабио Аврелио. Чуть-чуть вперед продвинулся. Передачу хорошую на Луиса Гарсии. Дотянется до мяча Луис Гарсия. Пас выполнил. Пробить бы сейчас Джерарду. Бьет Джерард в ноги Селестину Бубаяра, который сегодня очень редко подключается в атаку. Но зато очень полезен именно возле чужих ворот. Сколько раз уже Бубаяра здорово играл в отборе. А вспомните еще, как он подзатыльник дал Дирку Кюйту. Тоже впечатляюще было. Деркют. Карр. Мяч взлетает высоко над полем, даже, я бы сказал, над центральным кругом. Карр. Всего лишь 1 минуту Марк Хелси добавляет, но у нас длительных остановок и не было. К счастью, совсем не появлялись носилки в первом тайме. На поле будем надеяться, что во втором примерно то же самое будет наблюдаться. До этого Ливерпуль на протяжении 5 встреч подряд на своем стадионе одерживал победу. Ну, естественно, это касается и последних матчей прошлого сезона, и единственного матча, который дома в этом сезоне Ливерпуль провел на своем газоне. Пас вперед. Харпер. Харпер с мячом. Очень далеко мяч выбивает Харпер. Получился фактически длиннющий пас. Амеби борьбу проиграл, хотя он вообще проиграл почти все, что мог до перерыва. Аврелио. Я думаю, свисток сейчас Хелси даст. Так и есть. Итак, первая половина встречи Ливерпуль-Ньюкасл завершилась. У нас пока со счетом 1-0 впереди Ливерпуль. Давайте отдыхать, ждать второго тайма, перерыв.
Мы продолжаем наблюдать за встречей Ливерпуля и Ньюкасла на стадионе Энфилд. После первого тайма впереди футболисты Ливерпуля со счетом 1-0. Вот этот молодой человек Дирк Кьюти забил единственный гол в матче. В составе играющей команды давайте я быстро назову, чтобы потом после свистка, стартового свистка второго тайма, уже не отвлекаться. Ньюкасл, Харпер в воротах, 12 номер Бубаяра, 33-й, Карр, 2-й, Мур, 18-й, Рэмэдж, 26-й, Дафф, 11-й, Эмре, 5-й, Милнер, 16-й, Паркер, 17-й, Амиоби, 23-й, Мартинс, 9-й, Редер, главный тренер команды. Ливерпуль, Рейна, 25-й в воротах, Аггер, 5-й, Аврелио, 12-й, Каррегер, 23-й, Финнан, 3-й, Алонсо, 14-й, Джерард, 8-й, Луис Гарсия 10-й, Сисоко 22-й, Беллами 17-й, Кьют 18-й, главный тренер команды Бенитес. Мне показалось, что никаких изменений нет, ну и нас также ни о каких изменениях пока не оповестили. Но я не думаю, что Бенитес должен быть недоволен действиями своего клуба. В принципе, Ливерпуль играет не так уж плохо, и моментов было значительно больше у Ливерпуля. 12 ударов по воротам, из них 7 в створ. Ньюкасл только трижды пытался побеспокоить Рейна, и получилось это только дважды. Так что я думаю, что у Ливерпуля все идет по заготовке. А вот у соперников, у Ньюкасла проблем в игре, главным образом проблем созидательного характера, очень много. Выше крыши Энфилда просто и Даффа не видно, и до Мартинса с Амиоби мяч редко доходит. Бьется в центре Паркер, бьется неплохо, Эмре старается, но вот только у Эмре мало что получается. Паркер как раз мячом сейчас сделал передачу вперед на Даффа, и Дафф отпасовал на Бубаяра. Бубаяра, длинная передача вперед, вот так спокойно игроки Ньюкасла справились с этой атакой. Фактически сами атаку подарили сопернику, стоило вот так стараться. Ливерпуль в обороне пока никаких ошибок не допускал. Проехал Дафф мимо мяча. Джерард. С правого фланга Джерард делает очень хорошую передачу вперед. Опасный момент. Опасно, и справился здесь Карр. К тому же Крейг Беллами уже залез в положение вне игры. Итак, у нас уже на первой минуте встречи возникла неприятность. Но, может быть, рукой залез куда-нибудь. Кстати, Кьют-то, может быть, и был в офсайде, но никак не Беллами. Неудачно Беллами мяч обработал, а тут еще и Карр рукой немножко оперся в грудь Крейгу Беллами. Ну, думаю, что в принципе все в пределах правил сделал ирландский защитник. В случае победы сегодня, если Ньюкасл выиграет, то для команды это будет вообще лучший старт в английской премьер-лиге за последние не то что несколько лет, а вообще в истории премьер-лиги. То есть Ньюкасл-то стартовал прилично. Эмре! Опасный момент, и падает Шола Амиоби, размахивает руками. По-моему, Марк Хелси никак не отреагировал на это падение, а теперь придется еще и думать об обороне собственных ворот. Кьют с мячом. Кьют играет назад на Джерарда. Джерард. Агер. Передачу Агер сделал, а вот теперь потеря. Нарушение правил. Короче, недоволен этим обстоятельством. Нам, конечно, показывает Шола Амиоби. Давайте смотреть. Передача Эмре. Ну, вообще, в ногу-то отперлись Амиоби, конечно. А, ну, во-первых, Амиоби был в положении вне игры. Начнем с этого. Вот здесь, пожалуй, чуть-чуть его по ноге сзади ударили. Детское лицо у Агера, такой, знаете, незнайка. Если на него посмотреть, из какого-нибудь фильма нашего детского отечественного. И штрафной. Штрафной довольно-таки опасный. Фабио Аврели опять возле мяча. Но мы, наверное, сейчас увидим дальний удар по воротам. Вот это да! Мяч в сетке. Кто-то рукой его туда отправил. Ну что, неужели и сейчас без желтой карточки? Луис Гарсия показывает, что он рукой не играл. Растерянный вид у Луиса Гарсии. Нет, играл, и как раз играл он. Почему он возмущается? Ну ладно, был эпизод, когда мяч попал Паркеру в руки. Паркер хотел за лицо, возмущался Луис Гарсия. Но сейчас-то хлопнул рукой по мячу Луис Гарсия и вполне заслуженно получил желтую карточку. Кстати, это первое предупреждение в нашей сегодняшней встрече. Мяч опять Харпер выбивает вперед.
Даф. Бабаяра. Бабаяра чуть назад. Здорово сейчас все разыграли. Здорово и быстро. Игроки Ливерпуля. Есть шанс провести контратаку какую-нибудь стремительную. Сисока выполнил очередную передачу. Сисока хотел красиво. Пяткой не получилось. Не буду я подчеркивать больше неудачи этого полузащитника, когда он пытается обострить игру. Но не получилось и не получилось. И Мартинс возвращает мяч очень быстро футболистам команды соперника. Мартинс никак не может развить свой успех, потому что ведь именно Мартинс забил второй гол в ворота Вест Хэма в прошлом туре. Передача вперед. Быстрая передача на Сисока. Сисока головой сыграл хорошо. Беллами, кстати, положил сейчас руку защитнику. Бабаяра. Рискованно играет Бабаяра два раза подряд. И затем передача. Разозлил сперва основательно Беллами. Финнан. Финнан чуть назад отыгрывает мяч. Еще дальше Каррагер. И в конце концов Рейна. Агер. Попрыгал вокруг мяча Агер, всем своим видом показывая, что сейчас передачу сделает длинную, да сильную вперед, но в итоге не длинную, не сильную. Рейна. Здорово, Луис Гарсия действует на левом фланге. И передача Дирк Кьюит. А надо ли было бить Дирку Кьюита вот в этой ситуации? Сзади еще один футболист набегал. Ну, как бы то ни было, конечно, основная часть аплодисментов Луису Гарсе. Вы посмотрите, что он сделал, как тонко сыграл этот футболист, как технично, изящно. Вот здесь Беллами ж бежал, а там чуть дальше еще и Сисокко бил, но Кьюиту как-то очень хотелось. А Сисокко уже даже размахивался, то есть он был готов как-нибудь смачно приложиться к мячу. Измученный какой-то вид у Луиса Гарсе. Длинная передача вперед. Сисока. Ну, по крайней мере, сумели футболисты Ливерпуля справиться с первым наскоком Ньюкасла. Милнар. Второй наскок, может быть, даже не будет. Амиоби. Мяч в руку сейчас попал, но, видимо, арбитр расценил этот эпизод просто как случайное попадание. Мартинс. Передача Мартинса. Теперь просто угловой. И снова нет пенальти. Марк Хелси. Разъяренный вид ему, посмотрите. Даже Шолами обе кажутся менее внушительно. В принципе, можно было поставить мяч на точку в этом эпизоде, хотя на усмотрение арбитра. 52-я минута встречи. Амиоби возле чужих ворот. Эмре выполняет подачу с углового. Удар! Хосе Рейна. Закрыл мяч намертво в углу после того, как пробил Питер Ремач. Пришел Ремач сейчас к чужим воротам, но рост у него изрядный, так что почему бы не попробовать ударить. Аврелио. Луис Гарсия. Эмре. Даф. Даф. Нарушение правил. Напомнил о себе опять Марк Хелси. Я представляю, какую ярость он уже вызывает у футболистов Ньюкасла. Пронзительно что-то кричит Каррагер. Агер тоже подтянулся. Собственно, ворота. Штрафной. Ну что теперь такое? Хелси мяч установил более правильно с его точки зрения. Более точно. Передача в штрафную. Падение. Все-таки дал на этот раз штрафной. Ну что такое? Это совсем ситуация вышла из-под контроля. Вот теперь Каррагер руками размахивает, пальцем зачем-то тычет в Марка Хелси. Ну так формально можно было, конечно, штрафную дать. Но пусть еще игроки Ливерпуля не забывают про тот пенальти, который вполне бы Хелси назначить чуть раньше. Раньше он этого не сделал, вот теперь Мартинс упал, штрафной. Ворота здесь, они вот рядом, пожалуйста, стенку выстроил, изрядную стенку выстроил Хосе Рейна. Посмотрим, кто сейчас пробьет по воротам Ливерпуля. Алонсо, Джерард,
Сисоко, но всех самых высоких. Выстроили. Да, это может быть самый опасный момент для Ньюкасла. Эмре. Удар Эмре! Вот неудачно. И рикошетом, и от стенки мяч пошел за пределы поля. Еще одна подача будет. Еще один угловой. Подача с углового. Удара никакого не последует. Но, тем не менее, уже 4 удара в створ нанесли футболисты Ньюкасла. А потихоньку они пытаются выровнять вот эту совершенно неприятную для себя статистику. Джерард пошел вперед. Бабаяра. Глен Рёдер. Не удалось ему решить никаких пока проблем в атаке. Хотя вроде бы форварда купили Мартинса, один гол он забил, но вот сегодня игры в атаке практически нет. Вся надежда на Оуэна. Принес он, может, вы знаете, операцию сравнительно недавно на колено. Восстанавливается после этой операции. Ездил он специально, оперировал его всемирно известный специалист в своей области Ричард Стидман, доктор Ричард Стидман в Соединенных Штатах Америки. По словам Оуэна, который совсем недавно привела, наверное, самая известная английская газета «Таймс». Так вот, Стидман заверил форварда, что это хирургическое вмешательство не оборвет карьеру нападающего, на что, наверное, надеются болельщики Ньюкасла. Вообще в поединках Ньюкасла и... Не дают мне никак закончить, потому что возникает очень опасный момент. Беллами удар! Как же он поворотом-то не попал? Все вроде правильно сделал. Так вот, поединки между этими командами обычно раскрашивались именно мячами Оуэна. Но сегодня Оуэна нет, он травмирован, а так могут попробовать и забить ворота Ливерпуля. Ошибка, и сразу 4 человека выскочили на ворот соперника. Крейг Беллами пробил, перебрасывал мяч через голкипера. Это, кстати, Рэмыч немножко начудил. Перебрасывал мяч через голкипера и в результате не попал в створ ворот. С каждой минутой все более уверенно действует Харпер, голкипер Ньюкасла. Последний раз он стоял очень давно, еще в апреле 2005 года в воротах своего клуба. А вообще был период в сезоне 99-2000, когда Харпер стал основным голкипером Ньюкасла. Помните ту команду, которую руководил сэр Бобби Робсон? Вытеснил он тогда на короткое время Шея Гивена из ворот Сорок, но затем сам получил травму, сломался Харпер, и вот все поменялось. Я, кстати, говорил, что у него необычная судьба. Ему пришлось поиграть в своей жизни во всех 5 дивизионах профессионального английского футбола. Редкое достижение. Алонсо. Пожалуйста, крупным планом нам показывают Алонсо. Но, опять-таки, если кто-то его не видел, если кто-то не знает, как этот футболист выглядит, в чем, опять-таки, я сомневаюсь. Бабаяра. Мяч вперед бросает Бабаяра. Джерард. Свечу зажег очень высокую. Свечу, которую еще больше раздул Деркьют. Внимательно нужно играть, конечно, футболистам Ньюкасла. Смотрите, как здорово прессингует Мерсисайдс. Чуть что, сразу попытка нащупать ошибку соперника. Мартинс. Удар Мартинса. Может, почувствовал, что потерял немножко Рейна ворота и не постеснялся пробить. Мартинс. Показывает нам повтор. Может быть, все-таки вот сейчас вроде игра у нас в последние минуты оживилась дважды голевыми моментами. Стоит мне быстро рассказать про тот скандал, о котором я говорил. Но я расскажу, как только вот эта атака закончится. Крейг Беллами с мячом. Удар поворотом. Луис Гарсия неудачно. Так вот, BBC показал документальный фильм. BBC Панорама. Фильм назывался... Undercover Football's Dirty Secrets. Но я не знаю, как перевести. Понятно, что грязные футбольные секреты, ну, скажем так, вся изнанка.
Так вот, программа обвинила Челси, Ливерпуль и Ньюкасл в том, что они пытались подписать 15-летнего игрока Миддлсбро юношеской сборной Англии Нетана Порета в обход существующих правил. Называлась фамилия Франка Арнессона, который отвечает в Челси за развитие, за скаутскую службу. Ну, конечно, представители команд заявили, что ничего похожего не было, правила они не нарушали, но Челси сразу припомнили историю с переходом Эшли Коула и попытку сманить юные таланты из Лидса, была тоже такая история. Но это еще не все. В принципе, это были самые, скажем так, мягкие обвинения, потому что обвинили еще целую группу известных людей, упоминались в этом фильме многие известные футбольные люди, в частности, агенты и, главное, два тренера. Но, опять-таки, я закончу после того, как подаст Эмре угловой, штрафной этот мяч перелетает через перекладину. Так вот, главное, два тренера. Сэма Алардайса, главного тренера Болтона, и его сына Крейга Алардайса, который до недавнего времени работал агентом, журналист BBC обвинили в осуществлении нелегальных платежей при покупке футболистов, но, наверное, проще назвать это откатом, так уж мы привыкли к такому выражению. Еще один у нас угловой, мяч в руках у Рейна. Досталось и Харри Реднеппу, который тоже, по мнению журналистов BBC, нарушал правила подписания игроков. Словом, для Англии все очень серьезно, и такой фильм – это фактически повод для настоящего расследования. Глава Английской футбольной федерации Брайан Барвик уже объявил о начале такого расследования совместно с Премьер-лигой, и английская Премьер-лига уже попросила BBC представить все материалы, которыми команда BBC, собственно говоря, руководствовалась, которую использовала, когда фильм создавала. Надо учитывать, что все-таки это не какой-нибудь таблоид, типа The Sun выдал такую, да, информацию, а все-таки это BBC, куда уж серьезнее. То есть, по всей видимости, материалы могут быть очень там весомые, и может это закончиться очень громким скандалом. Правда, Алардайс уже отреагировал, он уже заявил о том, что ничего вот похожего он не делал, ни о каких откатах он и слышать не слышал. И вообще в первый раз узнал, что это такое с газет. А мы будем следить, конечно, за этой ситуацией. Ну, я думаю, все журналисты, все любители английского футбола. Чем все это закончится, сказать очень сложно. Вот, кстати, Ливерпуль тоже обвинили вот в том, что пытается команда на какие-то молодые таланты влиять, дабы подписывать их, не соблюдая предписанные правила. Небольшое это было отступление, хотя не такое уж небольшое, но поскольку дело серьезное, я думаю, что оно того стоило. Бабаяра. Вперед делает Бабаяра передачу на Финнана. Финнан. И Рейна сразу же очень быстро выносит мяч вперед. 62-я уже сейчас пойдет минута игры. Я напомню, что у нас по-прежнему 1-0. Впереди футболисты Ливерпуля. Дирк Кьют забил единственный мяч. Эмре. Паркер. Передачу верхом делает Паркер. Хорошую на Мартинса. Устоял Мартинс. Жестко его прессинговали. Через правый фланг действует Милнер. Навешивает Милнер. Может быть, не стоит так увлекаться игрокам Ньюкасла все-таки этими передачами. Тот же Каррагер. Играет головой просто прекрасно. Да и Агер роста немалого. Сисока. Уходит на правый Кьют. А Сисока делает очень хорошую передачу. Мне кажется, Белми сам не ожидал такого паса. А вот это явное нарушение правил. Прозевал просто Мур рывок Кьюита и получил вполне справедливую желтую карточку за этот эпизод. Посмотрите, как здорово сыграл Кьюит. Выбил мяч и сразу же против него нарушили правила. Я бы не сказал, что Мур выглядит очень сильно расстроенным. Штрафной. Фабио Аврелио возле мяча. Харпер. Крупным планом Харпер. Но здесь не только Фабио Аврелио, здесь еще Хави Алонсо. Удары могут последовать на любой вкус. Аврелио! Харпер справился. В общем, сделал Харпер то, что и должен был сделать, потому что удар был не самый сильный. И ожидать вот примерно такого решения от бразильца вполне голкипер Ньюкасла мог. А удар какой? Точный. Потер опять перчатки Харпер. А Фабио Аврелио что, угловой пойдет плавать? Нет, тут все разыграно было очень быстро. Сисока.
корпусе Софа не хватило скорости. В принципе, отработал он здорово. Очень не понравилось Бенитосу высказываемые некоторыми средствами массовой информации мысли, что, дескать, вот Ливерпуль вряд ли поборется уже за чемпионский титул, уж больно неудачно начали, да и игра нестабильная. Ну вот Бенитос сразу же раскритиковал таких критиков. Он сказал, вот интересно, после победы Арсенал в Манчестер Юнайтед все сразу же говорили, что уж Арсенал-то точно поборется за золотые медали. А как так получается, если у Арсенала всего лишь на одну очку больше, чем у нас? Вопрос, в общем, довольно резонный. Рывок Стивена Джерарда по левому флангу, передача и лишь вовремя подставленная нога. По-моему, это Кардл прервала эту атаку. Джерард навешивает. Джерард! Очень опасно может получиться! Харпер. Харпер спокойно и четко, хотя чувствуется, что он нервничает время от времени. Сильная подача, и посмотрите, Харпер отбил мяч кулаками в газон. Хорошо тут же вовремя первым и сориентировался. Хорошо, естественно, для Ньюкасла. Мартинс аккуратно уронил своего соперника Агера. Ноги просто узлом завязал датчанину одним точным движением. Но это скорее было по-итальянски. Вроде бы не трогал, смотрите, раз. А вроде бы Агер уже лежит. Что еще надо для того, чтобы атаку продолжить? Вот и сами Хьюпер разминается. Оборону будет укреплять Бенитос. Победа сейчас очень нужна Ливерпулю после неудачных последних встреч, после поражения Челси, и было до этого еще более скверное поражение от Эвертона со счетом 0-3. Вот так двух последних встреч ни одного ничего не забито и 5 пропущено. Серьезно. Ну и с Ньюкаслом Ливерпуль очень всегда удачно играл, может быть, и это помогает. Из 12 последних встреч 10 раз выигрывал Ливерпуль. Здесь, на Энфилде, и 2 раза была зафиксирована ничья. Я говорю именно о домашних встречах. В прошлом сезоне 2 футболисты Ливерпуля соперника обыграли. Передача снова на правый фланг. Паркер. Я думаю, что будет угловой. Это понял и Сисока, поэтому к мячу уже не счел нужно мчаться со всех ног и притормозил. Хмурится Скотт Паркер. Еще один угловой. Вот трибуны Энфилда засвистели. Эмре. Навес выполняет Эмре. Из стандартов ничего пока не могут выжить игроки Ньюкасла. Вот, может быть, сейчас. Но опять это все-таки был не удар. Мур просто дотянулся до мяча, ударил. Даже не ударил, а пнул мяч в сторону ворот соперника. Ливерпуля контратаки получаются куда опаснее. Тащит мяч опять Джерард. Мячом Джерард бить уже не будет. Сделает просто вот такую хорошую передачу. Кьют. Как будто в стенку сыграл Джерард. Не в том смысле в стенку, как комбинацию. Как подбежал к стенке и пробил в нее Кьюта. И мяч сразу назад отскочил. Бабаяра. Задумывалась передача, очевидно, на Дафа. Джерард. Беллами. Не было положения вне игры. Беллами. Беллами. Пробил Беллами. Защитники здорово сыграли. Сисока. Передачу вперед Сисока делает. Беллами. Можно бить Беллами. Вот он и пробил. Настолько сильно, что осталось только прическу поправлять после этого эпизода. Посмотрите, Сисока не очень хорошо мяч обработал. Он сделал пас вперед. Кьюит на Беллами. Атаку больше никто не поддерживал. Чуть-чуть сзади находился Джерард. Милнера меняет рядом. Шарлин Зогбиа на поле появляется.
совсем другого типа футболист, нежели Джеймс Милнер. Очень любопытная у него техника, очень мягко он с мячом обращается. Харпер. Еще 22 минуты играть, ну, даже чуть-чуть больше. Джерард. Сисока. Опять свисток. Опять мяч ушел за пределы поля. Бабаяра. С мячом как раз Бабаяра сейчас. Лишняя для Ньюкасла. Если сейчас еще один футболист травму получит. Нет, все в порядке. Я думаю, что два голкипера подряд сломанных совсем не дело. Очень торопился Крейг Беллами, выбивая мяч пополам, его не сломал мощный Харпер. Ну, в принципе, Беллами сам хорош, куда же несся. Нет желтых карточек. Кстати, самый жесткий футболист этого сезона в составе Ливерпуля Мухаммед Сисок пока очень дисциплинированно действует. У него в 4 встречах было 3 желтые карточки. Через правый фланг атака. Джерард. Мяч по-прежнему у капитана Ливерпуля. Снова Джерард. Нет, так часто обыграть одного соперника тяжеловато. Подбенитис считает, что Сисока наказывают слишком часто. Он говорит, очень просто показывает желтые карточки молодому футболисту, у которого нет еще имени. Но, может быть, Сисока сам частенько виноват в том, что ему выносят предупреждение. Он старается играть мяч, но просто не успевает. И попадает сопернику по ногам. Такое бывает, вот если внимательно за его именем игрой посмотрите. Но сегодня-то он, кстати, хорош. Ошибок, правда, по-прежнему допускает многовато. Но пару раз он сыграл очень грамотно. Кстати, нам Сисок и показывает. Боролся сейчас возле чужих ворот. Да, боролся и даже по воротам пробил. И снова Энфилд притих. Кстати, об Энфилде. Вот уже попрощались с одним легендарным стадионом Хайбери в прошлом сезоне. И уже говорят о том, что в Ливерпуле рассматривают возможность строительства нового стадиона. Приблизительно на 60 тысяч человек. Говорят, что стоимость составит около 180 миллионов фунтов стерлингов. Но вопрос, откуда деньги брать? И вот уже совет директоров Ливерпуля будет собираться в связи с тем, чтобы обсудить возможное приобретение акций клуба. Причем в английских источниках написано так, что возможные take-over bids. Любой человек, связанный с банковской системой, вам переведет это выражение как, скажем так, недружественное или агрессивное поглощение. Дело в том, что хотят уже давно многие известные и состоятельные люди установить контроль над Ливерпулем. Ну, что значит контроль? Конечно, не Бенитесу указывать, кого в состав ставить, а просто акции клуба приобрести. Называется имя мультимиллионера Стива Моргана, версия газеты «Ливерпуль Дейли Пост». Раньше говорили про американца Роберта Крафта и про бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Шинатавра. Но вот я увлекся финансовыми новостями. Вот это чуть гол футболиста Ливерпуля не забили. Так что давайте-ка я пока закончу со всякими тейковербитс и прочими приобретениями. Давайте дождемся, чем вот эта атака закончится. Мяч уходит за пределы поля. А нам снова показывает Луиса Гарсия. Именно он сейчас выскочил на убойную абсолютно позицию. Все сделал здорово. Длинная передача. Ну, кстати, эпизод-то возник как неожиданно. Посмотрите, Луис Гарсия пробил. И просто повезло сейчас Ньюкаслу. Еще одна подача с углового. Финнан. Джерардс. Это была именно передача. Кьют. Угловой будет? Да, будет угловой.
трибуны Энфилда зааплодировали, особенно вот эта вставшая, вскочившая на ноги трибуна. Уже дважды, как минимум, видели, не знаю, даже не 100-150% моменты возле ворот соперника. Именно эти зрители, что удар Беллами, что удар Луиса Гарси, каждый раз точности немножко не хватает. Навес. Справились защитники Ньюкасла. Мартинс. И вообще все откатывается, все успокаивается. Передача в штрафную. Беллами вдоль ворот. Пробить бы сейчас. Кьюта опережают. Что он показывает, что руками играл бы Бояра. Разводит собственными уже верхними конечностями Марк Хелси. Не увидел он никакого нарушения правил со стороны Селестина Бояра. Да, ну это пенальти, конечно. Стоило дать сейчас 11-метровые ворота Ньюкасла. Может быть, не хотел так Бояра сыграть, но он сыграл-то, я даже не знаю, как в каком виде спорта. Это ему бы в баскетболе пробежку дали. Передача снова в штрафную. Беллами. Вот здесь не было никакого нарушения правил. Так, конечно, рисковали защитники Ньюкасла. Слегка стучали по ногам сзади Крейгу Беллами. Но не настолько, чтобы сбить с ног валийца. Руис Гарсия. Даф. Снова Даф. Прижали сейчас футболисты Ливерпуля соперника на половине поля возле ворот Харпера. Тяжеловато приходится Марку Хелсу. Уже несколько было в сегодняшнем матче вот эпизодов очень спорных. Именно что спорных. Руис Гарсия. Джерард. Подача. Кьюит. Как мяч мимо ворот пролетел, я понятия не имею, потому что мне это показалось, что точнёхонько в угол направляет мяч Дерп Кьюит. И раз пауза, вот теперь я все-таки закончу про новости финансовые. Я закончил на том, что говорили, что, возможно, премьер-министр Таиланда Тхаксина Шинавтра приобретет акции Ливерпуля, но в связи с известными событиями в Таиланде он больше уже не премьер-министр. Вообще ему, наверное, не до футбола. Ну так вот, факт в том, что главный акционер команды Дэвид Мурс сейчас размышляет, продать ему все-таки акции своего клуба Ливерпуля или не стоит пока этого делать. Если он откажется, ну, откажется и откажется. Его акции, его право. Если согласится, тогда, может быть, в команду придут новые деньги, и тогда могут осуществиться вот эти слухи о возможном строительстве нового стадиона. Вот, собственно говоря, и все, что связано с акциями Ливерпуля. Ну, не все, конечно, но самое важное. А Мартинса на глазах Алана Ширера меняет. Выходит Джузеппе Росси, на которого мне очень интересно посмотреть. Я о нем очень много слышал, но не так много видел. И в тех матчах, которые я наблюдал с участием Росси, в общем, сложно было однозначно оценить его дарование. Давайте посмотрим, на что способен этот итальянец. И вообще, похож ли он в чем-то на своего, конечно же, великого однофамильца, лучшего бомбардира чемпионата мира 82-го года. Ну, Росси фамилия в Италии очень известная. И не только из-за футболиста, ну, вспомним мы его... Себастьяна Росси, голкипера Милана. Ну, конечно, сравнивать с Паоло Росси. Вот этого Джузеппе поудобнее, а не оба форварда. Мяч на правом фланге. А вперед что? Вот теперь игра рукой. Даф. Даф просто мрачнее тучи. И есть от чего ему хмуриться. Игроки Ливерпуля с мячом. Длинный пас вперед. Кьют. Харпер. Остается играть чуть больше 10 минут. Вполне достаточно для Руси, чтобы как-то себя проявить. Вполне достаточно для Ньюкасла и для того, чтобы пропустить, и для того, чтобы забить. Пас вперед. Ну, кстати, это Руси есть. Подборис сыграл здорово, затем заставил Рэмиджи изрядно помучиться, чтобы до мяча добраться. Паркер. Эмре. С мячом в районе центральной линии. Эмре пас делает. Как здорово здесь все было разыграно. Здорово и быстро.
Блестяще отыграли футболисты Ливерпуля. Вы посмотрите, что творится! Гол какой! Это просто уму непостижимо! Хави Алонсо с центра поля! Вот вам и нервы Харпера! Второй гол влетает! Второй мяч влетает в сетку ворот Ньюкасла. Умопомрачительно! За последние годы не было такого в английской премьер-лиге. Заметил Хави Алонсо, что очень далеко вышел Харпер из ворот, а тут еще и газон Энфилда сыграл за Ливерпуль. Поскользнулся Харпер и в результате забитый мяч. Посмотрите, со своей половины поля просто блистательно все сделал Хави Алонсо. Ну, конечно, повезло, да какая разница? Абсолютно уникальное достижение. На таком уровне мяч влетает в сетку ворот с центра поля. Несчастный Харпер. Боюсь, что с выздоровлением Шея Гивена отправится он еще года на полтора на скамейку запасных. 79-я минута. Второй мяч в исполнении футболистов Ливерпуля. Шедеврально, но здесь и уникально все сделано, и совершенно неповторимая ошибка Харпера. Бабаяра. Снова Бабаяра с мячом. Сейчас уже основательно, более основательно направились игроки Ньюкасла к чужим воротам. Терять тем самом деле уже практически нечего. Луис Гарсия. Хави Алонсо, Фабио Аврелио. Каргер. Сказал, сделал Каргер передачу. Рейна. Мяч уходит за пределы поля. Посмотрим, что вот сейчас будет. Может быть, Ньюкасл пойдет в атаку совсем уж безрассудно. Стал, конечно, главным, может быть, вообще антигероем этого матча Харпер. То, что он несколько раз выручил, наверное, уже вряд ли кто-то вспомнит. Еще раз нам показывают. Тянулся. Посмотрите, так бежал, что потерял точку опоры под ногами. И радость Хави Алонсо. Гол действительно получился такой, что всю жизнь теперь Алонсо имеет полное право вспоминать этот мяч. Сильно вперед. Теперь, очевидно, будет бесконечное количество передач на Амиоби. Если бы сейчас мяч в ворота влетел после удара Паркера, тоже бы получилось, мне кажется, неплохо. И все равно придется доверять в ближайших встречах своему голкиперу Харперу, пока Гевин не выздоровеет. Придется Редеру это делать. Я обещал выяснить, кто такой Тим Краут. Совсем молодой голкипер, именно так произносится его фамилия. Но он пока еще ни одного матча на высоком уровне не провел. Футболист он совсем молодой. Фактически вчерашний дублер. Так что если будет Гивен какое-то время болеть, то все равно, скорее всего, основным вратарем будет Харпер. Но может быть матч другой, он уверенность наберет. Сибирский на поле выходит. Неужели на позиции форварда будет действовать Антуан Сибьерский, француз с польской фамилией? Да, он может действовать в атаке, ему так приходилось действовать в Манчестер-Сити, но мне кажется, все-таки гораздо более интересно будет посмотреть на этого футболиста на позиции крайнего атакующего полузащитника. Но, впрочем, как мы на него посмотрим, знает только Глен Редер. Последний раз на Энфилде выигрывали футболиста Ньюкасла 16 апреля 1994 года. Тогда за Ньюкасл забил Энди Коул. Это было очень давно. И еще одна потеря. Атака продолжается. Карточка. Я думаю, что сейчас может быть оказана еще одна карточка. Впрочем, все мои прогнозы касательно различных наказаний сегодня вообще не сбываются, потому что Марк Хелси показывает карточки различного цвета очень редко.
На 84-й минуте футболисты Ливерпуля пробьют этот штрафной. Снайпер стенку выстроил. Джерард возле мяча. Ну что, Аврелио, видимо, больше бить не будет пока. Джерард. Удар Стивена Джерарда. Что толку брать плотные, хорошие удары Стивена Джерарда, если только что пропустил с середины поля? Наверное, и Харпер это понимает. И посмотрите, какой удар был неприятный. Мяч из-за стенки вылетал. В результате Росси и Сибирский сейчас оказались впереди в атаке. Такое, мягко говоря, необычное решение. А у Ливерпуля, пожалуйста, на поле Крауч. Хороший момент сейчас Сибирский выскакивал за спины и пробил. Очень хорошо пробил головой. Нету на поле больше Дирка Кьюита, но вот этот баланс в атаке у Ливерпуля, он сохраняется. Один высокий, мощный форвард, другой невысокого роста, быстрый. Сибирский. Маловато времени, конечно, для Сибирский. Для того, чтобы забить. Ну, вообще, чтобы хоть как-то себя проявить. Передача на левый фланг. Фабио Аврелио сюда примчался. Откликнулся очень грамотно на передачу Крейга Беллами. Последние 5 минут истекают в этом поединке. Хави Алонсо. Передача. Это была именно передача. Ну, какая сильная. Опять Хави Алонсо. Борется. Борьбу, по-моему, все-таки в конечном итоге проиграл полузащитник из Испании. Проиграл Демьяну Дафу. Это Марк Гонсалес сейчас на поле выйдет вместо Крейга Беллами. Еще в прошлом сезоне Гонсалес был приобретен Ливерпулем, но тогда не было достаточно игрового времени для этого футболиста у Бенитеса. Ну, просто не было места в составе, и Гонсалес уехал в аренду в Испанию, играл за Реал Сосьедад. Вот теперь он снова в Ливерпуле. Похоже, сейчас уже считает, что достаточно заматерел Гонсалес для того, чтобы играть на таком уровне, считает Бенитес, наверное. Гонсалес меняет не кого-нибудь, а Стивена Джерарда. Ну, конечно, Гонсалес это куда более классический фланговый игрок, нежели Джерард. Анёбе. Эмре. Сибирский. Мяч вперед бросает Сибирский на Дафа. То ли Даф такого решения от Сибирский не ожидал, то ли Сибирский пошел не в ту сторону. Но в результате снова потеря. Фабио Аврелио. Крауч. Ну, кто удивляется, что Крауч выиграл борьбу в воздухе. А также как кто удивляется, что Луис Гарсия так ловко умеет обрабатывать мячи. 24 удара по воротам нанесли футболисты Ливерпуля. 11 створ. Это очень много. Можно вообще спросить, если только на статистику посмотреть, чем же занимались защитники Ньюкасла. Но вы все видели, в принципе, сами. 6 ударов в створ и 11 по воротам. Такова статистика Ньюкасла. Практически по всем показателям в 2 раза превзошел Ливерпуль сегодня Сорок. 56% игрового времени владели мячом мерсисайдцы против 44%. Такой показатель на стороне Ньюкасла. И работы у Рёдера по-прежнему очень-очень много. Нзогбе. Нзогбе. Хорошая передача Нзогбе. По крайней мере, разумно все было сделано. Паркер пришел из глубины, пришел к чужим воротам. Но все-таки, как-никак, лучший бомбардир команды. Некоторые болельщики уже трибуны пытаются покидать, причем мерсисайдцы. Ну, очевидно, может быть, на пусть опаздывают. Или просто не хотят в толпе возвращаться. Считают, что здесь многое уже ясно. Многое действительно ясно. Не ясно только одно. Мы увидим еще один забитый мяч или не увидим. В принципе, шанс на то, чтобы еще разочек нас порадовать чем-нибудь эффектным, есть и у Ливерпуля, и у Ньюкасла. Крауч. Обыгрывает соперника Питер Крауч.
не было никакого нарушения правил. Нзогби отправляется в забег по левому флангу, обыгрывает эффектно Сисока, что, кстати, очень непросто. Кар. Ускорение Кара справа. Это Дав. Играет на своего соотечественника и партнера по сборной. Дав снова делает пас. Сибирский опережает и очень спокойно это делает. Свисток. Последние две минуты игрового времени, плюс то, что добавит сегодня Марк Хелси. Рейна. Отправляет мяч вперед Рейна. И опять свисток Хелси. Эмре. Эмре направо на Карра. Кар. Эмре. Хороший рывок Эмре. Ну что теперь-то? И, пожалуйста, чуть ли не голевая передача. Вот теперь положение вне игры. Еще в тот самый миг, когда Росси вот ту самую первую передачу отдавал, уже арбитры зафиксировали офсайд. Последняя минута основного времени этого поединка. Ливерпуль в поединке с Ньюкаслом ведет 2-0. Офсайд здесь был несомненный, причем сразу трех футболистов команды гостей. Антуан Сибирски. Именно он. Именно на него среагировали судьи, когда свисток вот этот раздавался. 30 секунд остается. Рейна. Далеко вперед делает передачу Рейна. Крауч. По-моему, здесь толкал футболист Ливерпуля своего соперника, но это по-моему. А по мнению Марка Хелси, нужно подпустить главу футболистам Ливерпуля. Кстати, наверное, вот сейчас он и покажет резервному арбитру, сколько добавлено, а может быть, уже показал. Три минуты. Хави Алонсо. Хави Алонсо налево. Первая попытка выполнить подачу штрафную. Не очень удачная. Агер. Заставили Агера вернуться аж к Рейна. Рейна. Голкипер, естественно, мешкать не стал. Сразу вперед, да посильнее. Крауч. Сисока. Сисока направо. Гонсалес. Очевидно, это была передача. Причем, видимо, на... Гонсалес-то был здесь. Я вот ошибся сейчас. Не Гонсалес сделал, конечно, эту передачу. Последний уже, да нет, не последний, еще полторы минуты есть, может быть, сейчас Харпер начнет какую-нибудь интересную комбинацию своей команды. И начинает действительно, правда, здесь скорее повезло игрокам Ньюкасла. И, посмотрите, торопится уже, торопится выбить мяч подальше от собственных ворот. Крейг Беллами упал, вскакивает снова Беллами, опять упал. Абубаяра бьется с Беллами, ну, по-моему, они здесь уже чересчур разбушевались, а мяч... все-таки ушел. И ушел от футболиста Ливерпуля. Хмурится Бабаяра. Ну, чему радоваться? Штрафной. Даже вот так. Значит, мяч не ушел. Было просто нарушение правил. Банальное. Мяч в воздухе повисает. Паркер. Нзогбе. Нзогбе скорость набирает. Обыграл Финнана, обыграл Гонсалеса. И теперь мяч ушел уже за пределы поля окончательно и бесповоротно. Этот угловой подает. Возможно, одна из последних атак Ньюкасла. Удар по воротам мы все-таки увидим. Нет, мы вообще ничего не увидим, потому что сейчас будет
удар от ворота. Я думаю, что на этом потихоньку матч и закончится. Итак, футболисты Ливерпуля одерживают еще одну победу. Сегодня очень прилично Ливерпуль выглядел, продемонстрировал очень слаженную игру. Ну и мы будем ждать, как Ливерпуль проявит себя вот в ближайших турах. Многое будет ясно, все-таки сумеет ли Ливерпуль снова вернуться на исходные позиции, на позиции фаворита. Неудачный старт, и многие заговорили о том, что, дескать, за золото Ливерпуль не поборется. Ну что ж, посмотрим. Пока Ливерпуль смотрится очень хорошо. И на этом телеканал «Спорт» заканчивает трансляцию. Вместе с вами английский футбол смотрел Владимир Стогниенко. Всего хорошего. Смотрите английскую премьер-лигу на телеканале «Спорт». До свидания и удачи.